Всем привет, ребята. Еду я сегодня на рыбалочку, на тот же самый пруд, где был уже за карасем. Никак он мне не дает покоя, хочется еще карасика половить. Находится он недалеко, поэтому как бы есть возможность выехать. Посмотрим. Взял одну 5-метровую удочку, ловить планирую на червя, прикормку. Попробуем. Обалденный карась размером с мизинец. Думаю, кто мне тут мозги макомбассирует? Это красноперка. Ее мы отпустим.
Парочка карасяндриков ладошечных. Норм. А у вас клевало? Парочку, три. Ну, это мелкие мучки. Да. И два большие. Ну, два сошло, два поймал. Угу. Я понял. Ну, такие крупные, это с ладошку. Чуть больше, ну, да? Да, да. Я понял, у меня два ладошечных, мелких вообще не было. Ну там мелкие, я так держу, думаю, вот потом выкину все, вообще что-нибудь. Ясно. На червя ли, да? На червя. На червя, да. На опарыш опробовал, вообще не берет. Только на червя. Я понял. Ладно. Ни хвоста, ни чешуи. Я поехал. Вот такая, ребята, выдалась рыбалочка. Поймал двух карасиков. Клевало не особо. Еще поймал микрокарася и одну красноперку. В общем, рыбалкой доволен. Место хорошее, погода прекрасная. Отдохнул. Все как положено. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и пока.